Рекорд пошел. Доброго вечера, доброго времени суток всем. Я еще забыл чатик Squid Game врубить. Сейчас мы его быстренько врубим. Ой, кот еще делает фраг. Очень молодец, кот. Так. Это назад. Good Game чат. Все, почти есть. Епидо, все. Сказать что-нибудь по-немецки, Хавайка просит. Arbeit macht frei. Это лозунг этих самых немцев, так сказать, работа делает свободы. Все, больше еще по-немецки говорить не буду. 7-4, Питер опять перехватил позицию, но тут кот, и Питер делает очередной фраг. 52 хп у него остается. Да, нравится это. Хотя, может, и похоже, он тут действительно очень хорошо, у него пинг хороший. Кот делает фраг, хорошо подловил Питри. 8-5 становится. И сейчас может еще один фраг сделать кот, но Питри сумел таки выжать из этой ситуации максимум, убежать. И сейчас он пытается собрать какие-то волыны. Тем временем, как кот пытается прострелить снизу. Питри тут не взял гаусс, не добежал. И все, сейчас Питри будет прыгать, я так понимаю. Нет. Посмотрел, что кот не вылетел и решил пойти через эгон. Заходит через эгон. А кот этим временем... Ай-яй, какой тайминг нехороший, он идет за арморами. И тут Питри вот влетая увидел чувака с егоном, собирается его догонять. Да, кот... Ай-яй-яй, какая ситуация, мог получить только что... Ой-ой-ой, он убил себя. Кот только что мог реально получить больших езды от дробогана впритык. Такая нехорошая была ситуация для кота сейчас. И... Ой-ой-ой, подстволка, надо быть осторожным. И Питри падает вниз... Он перехватил позицию. Кот летает, забирает Питри гаусс. И сейчас будет очень какой-то файт жесткий. Питри пожидает. Ай-яй-яй, кот, как же хорошо летел кот. 40 хп остается. Питри, он... Ай-яй-яй, опять бьет себя под стволкой. И счет становится 6-5. Обратный счет какой-то у нас. Вообще ужас. 14 минут. Все, 6 минут прошло, а счет вообще не растет. Питри опять занял позицию. Кот тоже с гауссом. Они оба с гауссом. Сейчас, я так понимаю, кот будет летать? Нет. Кот старается аккуратно играть. И он правильно делает. Питри контролит. Ай-яй-яй, как не в те... Ой, боже, как же кот делает этот фраг? Как он не умер от прострела? Я не понимаю. 25 хп, кот гонится. Питри сейчас должен забирать свой гаусс. Забрал гаусс, но Питри отхватил. Хорош, Питри появился еще рядом. Сейчас коту надо быть очень осторожным, забирать армор, патроны и хп. Так, Питри внизу, он подпрыгивает, чтобы подкоролить кота. Но кот опередил его, какой очередной отличнейший фраг от кота, еще фраг от кота. Не дает ему жить кот и дышать. Давай, кот, еще соберись и навешай. Хорошо, 36 на 72. Отличные фраги делает кот, ждет еще хпшки. И Питри, ай-яй-яй, просто пролетел непонятно куда, что-то сделал, что-то не сделал, пошел за гауссом. И тут кот решил отожаться, это очень правильно сейчас, но у Питри... Ой-ой-ой, это что за жесткий прострел такой? Неужели оно простреливает? Так, тут у нас пошли наговорки. Пошли наговорки от таких игроков, как Мега Топ 1. Прямо, ну это, конечно, сарказмом сказано. В общем, ребята, которые о себе много возомнили, как я уже, так сказать, неоднократно видел, и считают себя великими знатоками игры. Вот, они уже считают, что тут, как всегда, читерит кто-то, там все дела. Так что это все бесполезно. Так, прошу прощения. Питри почему-то ушел снизу, когда ему нужно было просто глубоко сидеть, решил он как бы проконтролить кота сверху, а сейчас залетает через эгон, кот его должен ждать, ждет его кот, нет, кот ждал не там, и попадает в него Питри очень сильно, остается у кота мало хп, но Питри тоже не жесткий, но все равно он делает фраг, 10-7 это в пользу кота, еще до сих пор счет. Питри летает наверх, сейчас должен атаковать, ай-яй-яй, прострелил, еще мог прострелить, кот промахнулся. Да, Питри, конечно, свою карту знает хорошо. Ай-яй-яй-яй-яй. Как же ситуация 40 на... Боже, у них такие битые хп. Ну, кот, да! Кот делает фраг. 11 на 8. 12 на 8. Практически половина игры прошло. О, вот это да. Игра просто очень-очень классная. Пытается прострелить кот. Не знаю, я в ту лампу никогда прострелил. Питри спускается. Вешает с РПГ. Но кот его все-таки убивает. Еще может быть фраг от кота. Респ.
Давай, кот, попади. Ну, возьми что-нибудь, дробоган там, хорош. Еще должен быть рез рядом. Нет, Питер появился наверху, а кот не знает прострела этого. Ха-ха. Ужас. Питер берет автомат, дробоган. Кидает он непонятный подствол. Ой-ой-ой-ой-ой, как он подловил. Еще раз скилл. 14 на 10, кот пишет лаг. Видимо, залагало чувака. Да, у него тут лос, я смотрю, стабильно. А, нет, это Питри лос. Странно, что у Питри лос, ну ладненько. Так, тут как-то вот опять же, у Б Гаус. Непонятно, кто сейчас возьмет, но ситуация лучше для Питри. У него лучше стек, он сейчас может подловить кота. 70 на 90, влетает еще наверх Питри. Полетел, и тут схватка двоих. Ай-яй-яй, Питри хорош. Еще... Ой-ой, боже, как это он убил, или что это он сделал только что. Какие же мувменты показывают Питер, ай-яй-яй. Не понял, куда стрелять. Ой, боже, косой Питрик. Кот реально молодец. Не оставил ничего чудаку. И сам ушел. Да, мне кажется, так не гениальный сейчас, но вот, блин, вот кот сейчас... Профукает тайминг. Он должен понимать, что он наверху. Да, кот понимает этого, и сейчас будет прострел. Нет, Питер все-таки умнее. Он решил назад пойти, а кот не услышал этого. Что там все недовольный наш топ-1? Не знаю, что там непонятно. Не люблю я недоверчивых людей. Особенно людей. Ай-яй-яй, какой-то... Боже, что кот не увидел. Как это произошло? Питри влетает под столком. Кот не попадает, и Питри убивает кота. Так мало хп у Питри. Сейчас... Ёшкин кот прострелил. Сейчас будет арморы забирать. Ай-яй-яй. Но хп очень мало. Кот может... 22 хп. Кот может его сейчас просто уничтожить. Да, он попал. Да боже, как же у него так мало осталось. Должно было вообще убить. 14-14. Опять игра сравнялась. Жесть какая. Пытается что-то прострелить еще, видимо, Питри. И кот спускается как раз туда, где отжрал так что хп и попадает. Питри простреливает. Так. Вот видишь, тоже все спрашивают, что это Райвекс. Мне, в общем-то, и кажется, что это Райвекс. Не знаю почему. Хотя, мне кажется, Райвекс как-то поувереннее бы играл. Ой-ой-ой, как хорошо попал кот. Но также и Питри попал очень классно. Пытается его еще достать, Питрик. Но кот спускается вниз, и это может быть его шанс. Он... Ай-яй-яй. Хорош! Как он прострелил. У кота всего 16 хп. У Питри опять гаус. Нужно быть очень осторожным. Так, Питри полетел наверх. Кот должен это понять. Он понял. Ай-яй-яй, селф-килл. Так, быстро. Ай, Питри подловил. 16 на 14 Питри выигрывает. Коту нужно собраться, успокоиться еще. Во всяком случае, 8 минут. Не все потеряно. Все должно быть пучком. Так, а я сейчас гляну на фрицбокс, как у меня раздаются пакеты. Если у меня еще не до конца заюзанные они, то, возможно, я сделаю качество получше. Так, ну, стрёмно мне, честно говоря, делать качество получше. Я сейчас отключу еще скайп. Может быть, получится так, что... У меня от скайпа меньше час будет затрат на интернет, вот, и если будет все, так сказать, окей, вот, то я попробую сделать получше качество. То есть вообще у меня должно тянуть, по идее, 1 мегабит, вот, но почему-то тянет 600-700 килобайт. Поэтому, как бы, вы видите квадратики и все остальное. То есть я прошу прощения, конечно, за это, но что поделать. И тут кота просто начинает аннигилировать. Это ужас, конечно. Это не ладдер, ребята. Кто считает, боже, кто в это играет, я точно так же могу сказать и про КС, как бы, потому что я на самом деле хорошо очень много чего знаю о КС и сам нормально играю, но нельзя так про другие говорить игры. Я тоже могу сказать, фу, КС, черепашья игра, как бы, типа там, 5 дебилов, которые там медленно бегают, все медленно, а тут все быстро, интересно. Так что не стоит, как бы, очернять какую-то другую игру. Вы только можете показать, какой вы школяр и так далее. Или тролль тупорылый.
Так, ну что ж. 6 минут до конца, и сейчас, блин, кто-то опять промахивается. Хорошо попадает. Ну, еще один. Блин, еще бы одна стрела, еще бы одна стрела. Петри был бы мертвый, там 12 хп. Как же он живет, ужас. Как же он живет. Надо умирать, Петри. 24 на 14. Это уже, конечно, приличный счет. Застрял тут Питри. Да, решил подождать арморки. Взял и... Назад, 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 назад. Тут уже должен быть кот. Ну, давай, кот. Ай, боже ж, какой. Да, Питри, конечно, хорошо играет свою карту. Тут нечего сказать. Делает классные шоты. Да. К сожалению, кот не попадает. Питри ждет сейчас кота. Простреливает. Еще делает, да. Хороший килл делает. Ожидает сейчас, блин, плохой тайминг словил, но вот тут вот может быть очень плохая ситуация для Питри, так как он... Так, ну что ж. Питри, Питри. Забрал он Эгон. И кот тут как тут, ну! Надо простреливать, ты же слышишь его, хорош! Вниз, вниз, быстро, быстро вниз! Ай-яй-яй, вот здесь Питри его может подловить! Боже, 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 ну быстрее, кот, он наверх полетел, правильно? Да, 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 он наверху. Кот, кот вот что-то тормозит немножечко, он волнуется. Я понимаю, Петри здесь сидит, его ждет. Боже, какой файт, и кот себя убивает. Видит его Петри, это прострел раз, прострел два. Ну, печально, печально. Я думал, кот сможет собраться и вторую карту тоже возьмет, но... Тут, скорее всего, будет 1-1 счет по картам. Кто-то мне... Пишет в Steam, я постараюсь посмотреть, кто это. Ваха мне что-то пишет. Ваха мне тут опять начинает что-то писать. Я не понимаю, к чему ты написал это, Ваха, если честно. Если ты пытаешься показать какой-то умный, у тебя это не получилось. Так, 29 на 14. 4 минуты до конца. Пытается что-то кот сделать, придумать, как бы, но... Ой-ой-ой, ну зачем? Тут нервничает и просто промахивается, конечно, к сожалению. И вот этот... Да, это было, по-моему, зря. Так, посмотрим все же за Питри. У него стек 84 на 100. Это просто безумный, конечно, стек. Тут ничего не поделаешь. Да, начинал, конечно, кот хорошо, к сожалению... Питри решил, что не даст он ему все же эту карту. Вот, ну и тут уже действительно приличный счет как для Сморкпита, вряд ли уже что изменится. Ловит еще мух, сейчас Питри простреливает кота. Но, тем не менее, сейчас гаусу кота, но... 5. Ой-ой-ой, что-то мне подлагало, не все окей. Вот так вот. Как же он... Что там, что там, кто? Да, мувменты, конечно, боже, мне даже трубу из неба видно, ужас. Так, ну что ж, кот таки назад упал, Питри его уже ждет. Ну, не в ту лампу. Хорош попал кот. 35. 5. Что ж такое? Кот, ты как что-то как не родной, я не знаю почему. Так, проверим еще раз качество, наверное, оно, конечно, все убогое до сих пор, но что поделать. Сейчас, секунду, ребята, да, я буду смотреть на качество, как-то пытаться в маленьком окошке. Сейчас я вообще для себя немножечко расширю, X-сплит закрою. Так, сейчас, ребят, сейчас звук появится, лаги перестанут, надеюсь. Я себе, да, и чат, чтобы видеть, тоже сделаю. Так. Ну что ж, смотрим и продолжаем смотреть дальше. Да, что-то, наверное, стрим стоит все-таки остановить, потому что я смотрю, что у меня FPS начинает очень сильно бегать, к сожалению. Так, ну что ж, 34 на 14. 1 минута 42 секунды и в доминирующей позиции Питри, так что, к сожалению... Это уже предрешено. Я, наверное, даже прямо сейчас включу эксплит и поставлю счет 1-1, так как действительно уже ничего тут не порешает.
Вот. Ну, это ГГ. Питри показал, какой он мастер на своей карте. Кот показал, какой он мастер на своей карте, как бы, и... И третьей карты, к сожалению, не будет, потому что это групповая стадия. Вот. Тут все по очкам потом определится. Вот, в стадию плей-офф будет выходить, наверное, по два человека из группы. Не знаю точно. Вот. Да, все равно красиво двигается. Ты тут ничего не скажешь, но кот решил напоследок ответить. Напоследок решил ответить. Да, да, да. Ну, Петри уже тут тоже, конечно. Тут у нас переписка идет насчет великого игрока одного. Вот. Хорош, хорош, Петрик. Ну, не знаю, что-то еще добавить, как бы. Конец игры 38 на 15. Возможно, еще один фраг сделает сейчас Питер. Вот он гонится.